Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Toyota Camry. Мобиль приехал к нам. Сделали шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Уже сколько раз вам показывал. Видите, несколько кусков вибропласта на полу в багажнике. По небольшому квадрату на задних арках. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. Также небольшие квадратики на дверях присутствуют. И пол в салоне более-менее виброобработан. Готовим поверхности, приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Camry. Проклеим его с четким прокатным валиком пол в салоне. По дверям, двери в данной программе клеим 4 слоя. Три вам слоя первых покажу. Первый слой у нас вибропласт, толщина 3 мм. Второй слой мы клеим мембранную шумоизоляцию Integra, толщина 6 мм. Третий слой наносим также вибропласт, толщина его 2 мм. Уже четвертый слой также нанесли, наносим его на дверные обшивки. Это у нас эксперт, толщина его 15 мм. По багажнику смотрим, обработан пол в багажнике и задняя арка. Продолжаем нашу работу. Закончили клеить шумоизоляцию на Camry, проклеена с мембранным шумоуглотителем пол в салоне. Используем блокшот, толщина его 7 мм. Смотрим по багажнику. Также мембрана обработана задние арки. Шумоуглотитель Vision 6 мм. Мы обработали пол в багажнике. Экспертом 15 мм обработаны задние крылья. Собираем, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!